Ну что ж, рад всех приветствовать на моем канале. Со мной Настя, и мы продолжаем проходить. Я тут поужинал, и можно спокойно начинать вторую главу с новыми силами. Погнали, Настя, давай, выбирай, что хочешь. Санфлауэр, хорошо. Так, а зачем санфлауэр? А, ну ладно, давай. Ну ладно, давай, берем все, что хочешь. Я возьму, так, так, так. Тут будут... Да, тут, наверное, будет. Нет, twins, no twins. Давай что-нибудь другое. No twins. Select something else. Давай, давай, что-нибудь. Так, погнали. Да, тут могилы есть. Хоть и когда мы проходили первый раз, первый уровень этой главы, у нас не было возможности уничтожить... Это только после этого уровня, наверное, появилась возможность. Я вот не знаю. Да, наверное, после этого вот это вот растение появилось, которое уничтожает гробы. Кстати, прикольный гроб, на нем написано expired. Например, в какой-то версии, где я играл, там такой надписи не было. It's not every version of game with this sign. But you play. Yeah, just on iPad or other... На iPad или там в Steam версии такого нету, какой-то надписи. Я даже читал про это в Википедии, что есть какое-то различие в этом. Ладно, я буду ставить эти грибы бесплатные. Тут зомби будут идти, и мы будем их убивать. Сейчас мы все поставим. Так, и ну и начнем. Сейчас надо нам немного побольше солнца накопить. После этого будем могилу уничтожать. За каждую могилу мы получаем 10 монет, насколько я помню. Может быть, сейчас немножко поменялось. Нет, 10 монет, да, за каждую. Иногда золотые, кстати, упадают. По-моему, насколько я помню, за какую-то могилу. Но так, чтобы даймонды вот эти были, бриллианты, скорее всего, навряд ли бриллиант можно получить. Ну что, мы попытаемся сегодня пройти вообще всю эту, как бы, весь режим этот до конца, но это, конечно, долго. То есть мы прошли первую главу, где-то час потратили, но она самая быстрая, на самом деле. Если мы сейчас будем пытаться, то нам придется 4 часа потратить. Сейчас у нас 8 часов 8.30, да? Ну, 9, округляем, 9. 9 плюс 4, то есть до часу ночи будем играть. Ну, попробуем, посмотрим. Хочется сегодня пройти, чтобы завтра уже другую игру, если мы захотим играть, или завтра, или потом, чтобы каждый день разная игра у нас была. Чтобы завтра не играть снова в эту игру. А какую игру посоветуете, кстати, в комментариях, мы пока не знаем. Если вы знаете реально хорошую игру, где можно вдвоем играть, то подскажите в комментариях. Кстати, вот этот чувак, который сейчас... О, у нас отлично, у нас растение выпало. Чувак, который с газеты, он, как я уже говорил, в растениях против зомби 2, во второй части, в 11-м мире, который, ну, там, где все, сразу все миры, да, разлом этот временной, он там супер жесткий. То есть, если ему там газету разорвать, он прямо долго будет все жрать, у него очень много здоровья еще к тому же. То есть он очень серьезный зомби. Кажется, он такой простенький, если не обратишь внимания, но он целую линию быстро съест. То есть он быстро бежит и быстро ест. То есть реально очень опасный зомби во второй части. Здесь, конечно, он ни о чем. То есть он бежит, его можно легко убить, то есть никаких проблем не будет. Ну что, один гроб у нас? А, нет, два гроба осталось. Давайте этот я уберу. Останется только один. Эфионт. Настя спрашивает, хочет поставить эти, как там, ромашки хочет поставить, чтобы золото добывалось у нас дополнительно, появлялось. Где хочет, пусть ставит, потому что у нас места и так нет. Ну да, можно вместо этих бесплатных ставить, потому что они уже не нужны. Я сейчас гриб-боровик везде поставлю, и они будут все пробивать, целую линию всех зомби сразу. У нас стенки, к сожалению, никакой нету. То есть теоретически мы никак не защитить не можем. Но можно бесплатные грибы ставить, пока они их съедят. И только после этого они уже дойдут. Вот сейчас будет с газетой, кстати, бежать. Вот, смотрите. Газету разорвали, вот он бежит. Ну и сразу погибает. Ну, легкий уровень. Ничего такого. А я здесь, наверное, даже буду продавать. И буду ставить двойной горохомет тоже. Потому что там негде поставить, а я здесь буду ставить. Еще одно солнце, все. Так, ставим бесплатные грибы. Ну и все. Сейчас будет последняя волна, ждем. Легкий уровень.
Мы тут даже особо золото не подобывали этими ромашками, потому что... Кстати, их быстро не вырастить, видите, они долго восстанавливаются. Не так быстро не посадишь сразу, мгновенно. Надо ждать. Обычный гриб вот этот бесплатный, он вообще быстро восстанавливается. А вот эти ромашки надо подождать, видите. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Где-то полминуты, наверное. Что уже 15, это только середина. Приблизительно полминуты или там 35-40 секунд надо ждать, пока ромашка восстановится. Ну, скорее всего, 30 секунд, то есть... За минуту только две ромашки можно посадить, то есть так быстро прям не засадить все. Потому что реально можно, знаете, как сделать? Ждать последней волны, оставлять одного зомби, ставить стенку и везде вот ставить эти ромашки. И просто ждать, пока они добывают, а все. Как бы уровень можно бесконечно проходить. Просто зомби не убивать, а он ему стенку там обновлять, стенки ставить всякие, все. И как бы получится так, что можно бесконечно монетки создавать. Так, ну что, выбирай, а я что-нибудь выберу, что мне реально хочется. Я хочу вот так и вот этот гриб. Все, а ты выбирай, что хочешь. Это... Да, дискот. Настя не хочет на этот раз брать подсолнух, но он тут и не нужен, так что... Все нормально. У нас есть бесплатные вот эти, так что... Бесплатные грибы... Я их вот тут буду сразу ставить, чтобы только зомби появлялся. Сразу убивали и сразу быстрее следующая волна начинается. Ну, как бы следующий зомби. Быстрее мы пройдем, время сэкономим, потому что это только начало. Самое интересное будет в конце, когда уже 8, 9, 10 уровень. Ну, 8, 9 самое интересное, там концовочка. Когда уже будут много разных зомби. О, кстати, три флага здесь, большой уровень будет долгий. Когда будет много зомби, самое интересное, там множество разных стратегий будет. А здесь пока ничего такого. Здесь какие новые зомби? Which one new zombies here? Nothing. Previous time was the same. Короче, новых зомби вроде как не появится. Тоже у нас будет зомби с газеты и все. Больше ничего не откроется, я так понимаю. Ну, посмотрим. Может быть, еще какой-то зомби. Здесь все-таки три волны, может что-то появится. Здесь, кстати, когда волна будет уже вторая или третья, здесь, если мы гробы вот эти не уберем, оттуда зомби вылазят. Но на первой волне, как правило, не вылазят они. Вторая или третья волна. Или на ту и на другую, там, как повезет. В зависимости от сложности и от уровня. То есть это... А, вот, с конусом есть. Вот, появился с конусом. Он такой защищенный. Но он как бы съесть не может быстро, но у него здоровья получается много. А у чувака с газетой меньше здоровья, чем у конуса, зомби с конусом. Но зато он быстрее бегает. То есть в каких-то случаях намного опаснее получается у нас зомби с газетой, а в каких-то случаях вот эти с конусом. Смотря как там, какие растения стоят. Так, ну что, ну с конусом ничего сложного, они погибают. Так, я здесь убираю первый гроб, и мы можем туда сразу поставить грибочек один. Вот. Вебка немножко получше хромакей уже берет. Вот именно вот эта штука. Вот тут она не понимает, что происходит. То есть закрыть рукой как-то. И она получше станет хромакей видеть. Нет. Так, что? Что у? А, ну мы его убьем. Ничего страшного. Вон он бежит, смотрите. Ну и все, у него 10 здоровья, когда он бежит уже без газеты. А во второй части у него там здоровье, не знаю, 20-25. Вообще реально очень долго убивается. А здесь всего 10 здоровья, 10 выстрелов. Я считаю, как обычный выстрел вот, горохомет, это одно здоровье. То есть 10 выстрелов горохометом или вот этим вот грибом, или боровиком, то есть... Так, я хочу эти мои любимые грибы поставить. Я их вот так поставлю. И здесь за 150 сделаю апгрейд чуть позже. Он сразу будет всех вокруг вот здесь прям. Шу-шу-шу-шу. Все, сейчас будет работать все. И здесь еще одного поставлю. Сейчас будет все отлично. Так, сюда. Сейчас долго восстанавливать следующий не смогу сейчас сделать. Надо подождать будет. Вот смотрите, сейчас он начнет прям очень большой урон, то есть больше, чем обычный урон там. И да, вот смотрите, как они все сейчас будут получать урон. Сразу видно, насколько он быстро убивает.
Ну и останется там, надо снизу поставить его. Я думаю, еще парочку прикуплю. Это не только он тут будет. Но их именно выгодно вот здесь ставить, в эти места, потому что они все вокруг уничтожают. Все вокруг, поэтому. И есть смысл только тут ставить. То есть здесь, например, я уберу такой же грибок, а здесь тоже. А может здесь поставлю, не знаю, где лучше. Не, лучше здесь его прикрывает тогда тот гриб. Тогда намного лучше получается. Ну и все. Теперь уже ничего сложного. Даже вот этих вот зомби с ведром он спокойно может быстро убивать. Но надо, чтобы два их было все-таки. Один не справляется стопудово. Один не справляется. Вот, видите, уже все. Уже нету ведра. Ведро упало и все. Хватает его. Здесь единственное, надо защиту поставить. Потому что он все-таки успеет съесть вот этого гриба-гоборовика. Единственное, я ж могу вот так вот помочь ему. Я думаю, сейчас справятся. Видите, урон идет. Он сверху еще. Но вот сверху, который зомби сейчас идет по центру, да? Его легче убить, потому что сразу два будут стрелять по нему. Два гриба. Вот там, и вот этот, и вот этот он туда попадает. То есть это вообще круто. И вот сейчас и этот начинает. То есть получается три гриба. Видите, как он быстро умирает? Тут надо только прикрыть их защитой, и будет вообще все классно. Так, ну что тут? Ну, здесь все понятно. Ждем опять апгрейд. Здесь можно бесплатный гриб поставить. И у нас тут, смотрите, уже Настя огонь поставила с грохометом. Так что нижняя линия у нас вообще под супер защитой. Можно не беспокоиться вообще по этому поводу. Сейчас я жду 150... Гриба вот этого восстановится, потому что реально очень долго восстановление идет. Сразу прям не купишь все апгрейды, придется ждать. I can't move out from. Так, все. А что я не купил? А, денег не было, понятно, все. Ну теперь все готово. Сейчас все готово и отлично будет у нас. Никаких проблем. И у нас, кстати, уже скоро 60 тысяч. На 60 тысяч мы покупаем, ну там, продаем все растения в саду. И можно будет прикупить новый слот. У нас 10 растений будет, то есть больше вариантов. Потому что сейчас как бы мы еще не все можем взять. Все, что хотим. Вот когда будет 10, уже максимально возможно 10 слотов будет классно. Так, ну что, зомби пытаются съесть. Ну смотрите, как они быстро сейчас погибнут прям. Он стреляет, стреляет. Хотя второй, кстати, не стреляет, пока они вот так вот едят. Второй вообще ни о чем. То есть я здесь, наверное, еще поставлю тогда такого гриба, чтобы он тоже помогал. Все-таки не справляются они немного. Так, нам надо немножко еще солнца. 110 у нас, 40 еще надо. То есть 3 солнца, потому что у нас уже солнце. Да, 25. И у нас все хватает, все. Теперь вообще классно будет. Вот, начал этот стрелять. Я думаю, что и там можно поставить, и там. То есть будет вообще классно. Везде будут стрелять. Вот здесь я поставлю. Мы, может, успеем проапгрейдить. Правда, скоро уже третья волна. Нам еще ждать и ждать. Нам надо, кстати, бомбы какие-то брать, чтобы быстрее проходить. То есть, если есть много зомби, взрываем и время экономим. Следующий уровень начинается быстрее. Потому что начальные уровни, они такие тягучие. Очень долго проходят все. Мы долго убиваем их просто. Но все равно вот эти вот грибы очень классно. Ведь зомби прям был с ведром и нет ведра. Вот и то же самое здесь. Вообще классно все получается. Хорошо, что заморозки нет, потому что у нас огонь появился. Тогда бы заморозка слетала. Поэтому. Ну хорошо, нет заморозки, так что. Одно другому не мешает, как бы. Так, здесь я так поставлю. Сделаем так. А можно гриб под него еще поставить, пока он его съест. Целый день пройдет, пока он его съест. А здесь, кстати, тоже можно гриб вот так, хоп, пробивать насквозь. Тут вообще все такие грибы можно уже давно поставить. Потому что вот эти мелкие, которые вот в этом ряду, например, они уже не стреляют. Они слишком далеко находятся. Зомби туда даже не доходят, поэтому бесполезны они. Ну что, пошла последняя третья волна и уже конец второго уровня. Мы получим снова за каждую газонокосилку за 50 золота. И скоро-скоро уже можем 10-й слот прикупить. Осталось, я думаю, что мы эту главу пройдем и после этого прикупим 10-й слот. Так, вот у нас. А сколько денег в мешке? Так, не указано, да? Просто как бы мешок появляется, сколько там не указано.
Так, у нас здесь появляется новый зомби с дверью, поэтому надо пробивать его. Ну, пробивать обычным боровиком можно, на самом деле. Вот этим. Ну, бесплатно берем. А, Настя уже взяла подсобных, так что не будем брать. Что можно новое взять? Я бы в звездочки взял, можно... А, еще взрыв можно взять. Давай взрыв возьмем. Что еще? Так. Ну, давай, выбирай, что последнее. Давай, давай. Давай, давай. Все, пошли. Так, все. Я тогда сделаю... Что? А, ну, неважно. Мы забыли взять, чтобы уничтожать... Будет даже интереснее, будет сложнее уровень. Забыли мы, чтобы убрать могилы, взять растение могильщика. По-моему, он так... По-моему, он так называется, если я правильно помню. Ну ничего, здесь только 4 гроба, так что... Ну просто оттуда будут зомби валить, то есть нам надо больше защиты выстроить здесь. Ну, стенок у нас, кстати, нет. Но я везде эти звездочки поставлю, они очень классные. Звездочки справятся со всеми. Смотрите, он язык высунул. Не каждый же зомби с языком бежит. Видите? А нет, каждый... Every zombie with tongue like this. Мне кажется, что... Я так смотрел на зомби, мне казалось, что они без языка. Вот как не обращал внимания, что у них язык есть. То ли это только в этой версии, то ли... Я во вторую играл версию, и там же они язык не высовывают. Может быть, это только на ночном? Maybe only night level they have tongue out. Я вот не знаю, может быть реально только на этом уровне. Как-то я не замечал, что у них язык какой-то. Сейчас только пригляделся, смотрю, у них у всех язык высунут. Настя говорит, у них нет зубов, чтобы держать внутри язык, поэтому они его высовывают. Он сам как бы не держится там. Так, пойдем. Ну да, боровики надо ставить уже. Что я здесь боровичка. Но пока нельзя, придется этого добить сейчас. А потом уже после него поставим боровика. Ну, держим его, держим. Все. Защиты нет, 10 ударов. 10 выстрелов, и он мертв, все. Так, снизу зомби, снизу, как мы его будем убивать? Ну, пока так, ничего страшного. Пусть он ест даже эти грибы, они же бесплатные. Я вот сейчас хочу гриб уже нормально поставить. Чик, успел. Настя хотела подсолнух. Надо ставить, потому что больше ничего у нас нет. Скоро зомби с дверью пойдет. Поэтому надо быть готовым к нему. Ну да, хромакей получше стал вечерком, когда освещение стало более приятное. Потому что раньше солнце светило с окна немного, поэтому и хромакей лучше работает. Ну, может быть, потом как-нибудь свет получше купим, тогда будет вообще классно видно все. И мы будем лучше видны, и не будет вот таких искажений немножко за нами. Улучшим качество. И так я вот максимально хочу улучшить качество, поэтому и микрофон вот этот появился. Он уже давно, он, по-моему, с января у нас тут, или с февраля. Поэтому он давно, но качество звука намного лучше. Иногда я просто слишком близко сижу к микрофону, или... Громкость неправильной игры делают. Либо тихая слишком игра, либо слишком громкая игра получается. Поэтому. Ну, сейчас мы проверили, вроде как для этой игры как раз таки хорошая громкость стоит. Пошли зомби. Но сейчас, по-моему, с дверью не будет здесь обычные зомби, с дверью чуть позже. Этот уровень очень легкий, я помню, вот третий уровень реально самый легкий практически всегда был. Четвертый будет уже долгий, там, наверное, 3 волны будет, и там будет много зомби с дверью. А вот, появился, но не с волны, он просто так пришел. И мы его сейчас пробьем. Ой. Так, сейчас пробьем. Все, он уже мертвый, даже не заметил, пока кашлял. Да, звездочки мы что-то забыли. Я взял звезды, хотел ставить, и сам боровики ставлю. Надо звездочки ставить. Но они дорогие, конечно, 125. Но они во все стороны стреляют, так что иногда полезны. Ну, конкретно сейчас они не особо будут полезны, потому что зомби у нас быстро умирают, никого нету, поэтому такие дела. Что такое? Что? А? Так. Ну и сейчас надо только ждать, что с могил повылазит. Если по моей теории, как я говорил, вот сейчас вторая волна, я должна с могилы вылазить. Так что сейчас давайте проверим. У нас есть, кстати, бомбочка, я еще сразу использую в конце, мы быстро их взорвем. Надо только 150, чтобы у нас было. Ничего не покупать, чтобы накопить немножко солнца.
Ну и все, они пока сдаются, быстро погибают все. Ну, легко. Никаких проблем. Все, идет волна. И сейчас я взрывать буду их, так что дай мне солнце, только Настя. Все. Я готов. Вот здесь взрывать есть смысл или здесь? Тут сейчас вылезут, смотрите, сейчас вылезут. Не, ну они вылезут. Да, ну я вот так вот сделаю. Мы и там взорвали этих, а этих мы добьем. Ну и все, сейчас победа. Тут мешок сейчас выпадет. Насквозь всех пробили и все. Очень быстро и хорошо. 55 тысяч, 56 даже. Да, 56 ровно, по-моему, у нас. Не хватает немного. Может быть, на самом деле и хватает, но мы уже попозже проверим. Так, следующий уровень. Что у нас здесь? За нас уже выбрали, видишь. Гробовщик у нас есть, так что мы гривьярд можем убрать. But it's not graveyard, what is the word? Правильно говорить не graveyard, а как по-английски? Graveyard, but other... Gravebuster. Not about this plant. I mean graveyard when people is. Yeah. How it's? No, you tell me before other word. Cemetery, вот. Правильно говорить по-английски cemetery. Graveyard это кладбище, могила это coffin, по-моему. А cemetery это то место по-английски, где захоронение идет, по-моему, как-то так. Там несколько есть слов на английском. Так. Ну что, у нас здесь чувак, который прыгает будет. Давайте, что с ним можно сделать? Я вообще хочу как-то их быстрее убивать. Вот как можно их быстрее убивать? А, можно... А, мы уже взяли, да, у нас есть арбуз у нас есть. Давайте... Ну, давай так. Я сейчас не знаю. Давайте взрыв возьмем. Чтобы был взрыв. Так. Так. Идем сюда. Здесь самое опасное место, потому что мы здесь ничего посадить пока не можем. Поэтому надо сразу два гриба сюда поставить. На всякий пожарный. Так. Ну, пока быстро проходим, кстати. Вот, видите, три волны, как я и говорил. О, кстати, здесь другая надпись. Давайте почитаем, что написано. Just resting. Просто отдыхают. Just resting — это просто отдыхает. Вот так перевод. Типа, я просто отдыхаю, написал он. Ну да, есть какие-то еще надписи. Я помню, еще другие встречаются. Может, просто я не обращал раньше внимания, когда играл, поэтому не знаю. Ну, из-за того, что мы начинаем с подсолнухами, у нас проблема с солнцем вначале. Потому что есть смысл грибы ставить, и это более выгодно. То есть они вырастут, и ты на них меньше тратишь, как бы. Ну, и такой вариант тоже хорош. Я тоже раньше, когда играл, постоянно брал подсолнухи. И потом с какого-то момента я уже и эти грибы начал брать, которые ночные, которые производят солнце, за 25, которые вырастают. Кстати, во второй части, как вы мне потом писали, что они когда вырастают, у них они становятся вообще огромными, и там не даже не 25 солнца дается, а 35, по-моему. Но я на это, кстати, не обращал особо внимания, потому что там ночной уровень — это темные века, и там как бы всего 20 уровней, насколько я помню. И там, то есть я быстро прошел, забыл этот мир, про этот мир, и не обращал внимания, сколько там солнца производится. Поэтому такие дела. Сейчас он пусть подойдет ближе, чтобы три сразу стреляло. И я его сразу убью. Так вот сделаем. Настя уже, смотрите, что делает сразу. Не ждет, чтобы у нас было много. У нас вообще ничего нет. У нас только бесплатные грибы получается сейчас. А со временем у нас... будут... я хотел бы вот могилу убрать. Потому что вот эту, например, она очень близко стоит. Поэтому сейчас 25, надо убирать вот эту могилу. Очень близко стоит. Но на первой волне оттуда никто не вылезет. Но вот на второй, надо ко второй уже готовиться и убирать эти могилы. У нас, смотрите, сколько еще. 6 штук могил убирать. 6 на 75, это сколько у нас будет? 6 и 7, 420 плюс 30... Ну что-то там, чуть ли не 500. Практически 400 с чем-то там. Так. Что-что? А, окей, сейчас уберу. Так. Wherever you want. Так.
О, этот бежит, так что я ставлю сюда, чтобы он сразу перебрал. А здесь можно смотреть, что сделать. Он прыгает, и его сразу хоп. Оп, и все. За 50. Ну, дорого, можно было не ставить. О, здесь то же самое, я ставлю так. Он перепрыгнет, и его добьют. Потому что у нас здесь на этой линии кактус стреляет, и начнут сейчас эти. Я думаю, никуда он не дойдет, даже если не начнет смотреть. Вот он здесь и сейчас погибнет, смотрите. Да, все, голова отвалилась у него. Бедненький зомби. Так, и везде вот тут грибы я ставлю, что сейчас будут бежать, наверное, волна будет, чтобы они перепрыгивали сразу. После того, как они перепрыгивают, у них скорость передвижения резко сразу сбавляется. Соответственно, мы просто выигрываем время. Их быстрее убьют, они медленнее идут. Так, надо сесть поудобнее. Спина как-то у меня затекла. Ну что, ребята, как вам такой формат вдвоем играть? Пишите, что вы думаете. Вообще, лучше пишите сразу, какие игры, если уже формат нравится, то какие игры играть. Кстати, Garden Warfare первой можно поиграть, потому что она плавно идет. Потому что во второй части, когда вдвоем играешь, как-то... Ну, посмотрим. Реально, может быть, поиграем, если вам будет интересно два экрана смотреть, разделенные вот так вот. Потому что там реально экраны делятся на две части горизонтально. И поэтому смотреть за одного, за другого, может быть, вам не очень удобно будет. Потому что многие смотрят с телефона, с планшета, там экран маленький, я думаю... Ну, посмотрим, что получится. Самое интересное, что в Garden Warfare там есть этот бесконечный режим, когда вдвоем играешь. Именно в первой части. То есть там мы доходили до 29-й волны или 36-й или что-то такое. Но реально очень далеко доходили. Там просто уже столько зомби становится, что их просто не успеть убить вдвоем. Но там нельзя больше игроков ставить, то есть только вдвоем. И только можно вдвоем вот именно с одного приставки этот бесконечный режим работает. Если ты играешь с кем-то, там 10 волн и все, и концовка, как и во второй части. Поэтому мы как раз-таки этот режим не играли, еще можно будет поснимать. Главное, что у меня игра куплена на PlayStation 4 и можно спокойно играть. Мне нравится, что она очень плавно идет. Это самое главное преимущество ее. Потому что вторая часть на PlayStation идет ужасно. Но, например, когда я играю на компе, там очень много читаков получается. Из-за этого мне не нравится играть на компе, я буду продолжать, наверное, на PlayStation 4 сейчас играть. Ну, посмотрим, как получится. Так. Сейчас... А, вот бежит этот прыгать, так я ставлю сюда сразу. Я жертвую, конечно, грибом этим, но ничего не поделать. Ладно, давайте взорвем их, что-то их много там. Так, этот перепрыгнет и сейчас сразу умрет, да, вот так вот. Так, значит, сейчас вторая волна, надо готовиться. Поставлю просто бесплатно грибов туда, чтобы время как бы тянуть. Ну да, мы этих мы зомби с дверью не можем быстро убить, потому что у нас нету гриба этого, который пробивает. Но не каждый же раз его брать, понимаете? Надо что-то, чтобы было новенькое как бы. Надо, чтобы было что-то новенькое. Так, что тут можно поставить? Сейчас надо кое-что ответить. Так, взрыв какой-то был. У меня прям джойстик завибрировал. Так, этого зомби надо блокировать. Перепрыгнул он. Так, надо что-то ставить. У нас... Хотя нет, золото особое... Солнца, вернее, нет у нас практически. Потому что кактусы 125 стоят. И двойные горохометы, они тоже, конечно, по 200 стоили, поэтому... На это все деньги ушли. Все солнце наше ушло. Ну, ничего сложного, видите, они перепрыгивают, можно же их вот так вот замедлить, и все, и они мертвые. То есть никаких проблем не возникает. Ну, это именно халява такая на консолях, если играешь, конечно, на компе, так не сделать. Там немножко сложнее, конечно. Но здесь, на самом деле, например, если хочешь быстро что-то купить, то не успеешь быстро купить. Здесь нет так прям, как
на компе можно быстро курсором мышки что-то сделать. Здесь надо вот вначале выбрать растение, потом посмотреть, куда его поставить. То есть на этом ты время здесь теряешь. То есть это компенсируется тем, что здесь ты можешь время больше терять из-за того, что управление не такое быстрое. Но она приятная, конечно, можно расслабиться с DualShock'ом, с этим, с геймпадом. Как вообще этот Xbox геймпад называется? Просто геймпад, что ли? Или Xbox Pad? Просто DualShock — это понятное название всегда было у PlayStation, а какой есть у Xbox? Просто у меня Xbox 360 никогда не был, я совсем не знаком с этим. Если у вас был, напишите, как он называется, когда с коробки вы покупаете. А, да, у нас же есть, Настя говорит, это... Арбуз есть, можно его ставить. Арбуз — это watermelon у нас. Его можно поставить, вот, например, здесь. Точек. Ну, it's bad place, because it's up and down one. And so better put here and here. Настя поставила неправильно. Неэффективно здесь ставить, видите. Надо было вот сюда, например. Это хорошо сюда ставить, когда уже везде стоят они, окей. Тогда можно сюда поставить. Ну и то можно подумать и в другое место где-нибудь поставить. Так, у нас последняя волна, эти перепрыгнули, этих я взорвал, этих мы сейчас добьем. Остался самый нижний. И мы под конец только арбуз купили, когда уже концовочка. Ну что, сейчас будет бонус на уровень. Бонус на уровень надо, по-моему, молотком бить вот так вот, молотком. И надо быстро-быстро, а вдвоем вообще легко проходится. Одному, кстати, некоторых моментов сложно, потому что все-таки консоль. А вдвоем легче намного. Так, так, так. Так, у нас появилось, что мы можем могилы даже убирать. Одному, кстати, неудобно. А вдвоем удобно. То есть мы можем друг друга прикрывать и успевать еще могилы закрывать. То есть вообще классно. Ну, это легко. Есть такая же версия в мини-играх этого же уровня, но там намного сложнее, там больше их. Там больше зомби появляется. Здесь как-то полегче, мне кажется. Ну да, здесь легко. Здесь почему-то пока нет зомби с ведром на голове, здесь обычные какие-то лезут. Когда с ведром, надо 3 раза ударить, по-моему. С конусом 2 раза. Здесь они как бы легкие. Я что-то забыл, надо было раньше убирать могилу, у меня было солнце. Уже, кстати, тоже много солнца. Я самые ближайшие убираю, чтобы у нас было время, если они начнут быстро бежать, у нас всегда есть возможность их уничтожить. На самом деле, можно и минку поставить, просто так. У нас все равно солнца очень много, нам на все хватит, я думаю, тут всегда солнце остается. Вот, видите, снова солнце появилось. Сейчас я смогу. Вот, еще солнце. Сейчас уже просто уровень закончится. Да, уровень закончится, у нас все равно солнце будет. То есть я, наверное, все даже не успею могилу убрать. Да. But no time. Soon level is over. You see bottom, the time. Soon level is over. It's about this. You win faster than you remove all graves. Так, здесь появился прямо нагло так. О, смотрите, еще здесь. Да, они в конце очень быстрые. Но они быстрые отсюда. Вот отсюда вылез снизу с конусом, он очень медленный был. Видимо, они только издалека быстрые, видите. Так, надо вот это сразу убирать. Кстати, когда начинается гроб... могила убираться, то оттуда никогда не вылезет зомби. Только если до того, как ты успел нажать, он вылазил, он вылезет. Но если уже ты нажал, то он никогда не появится оттуда. Так, ну что, ребята, это была у нас 3-я часть прохождения этой игры. Вернее, режима Adventure, приключений. В следующем ролике мы пройдем 6, 7, 8, 9, 10 уровень. То есть закончим 2-ю главу и дальше продолжим. Бассейн у нас дальше, да, самый интересный там бассейн и туман, как бы. А вот последняя крыша, она какая-то, только там последний уровень с боссом интересный, а так скучновато там. Ну что, с вами был Андромалик и Настюха, так что ставьте лайк, если вам нравится такой формат. Мы будем продолжать, может быть, какие-то интересные новые игры поиграем. Все, пока-пока, до новых встреч, увидимся.